Во Франции назвали Крым российским и исключили прием Украины в ЕС. Ля Фигаро позволяет себе недопустимое, я бы даже сказала, борщит, публикуя мнение французского политика Пьера Леруша. Цитирую. «Нужно оставить Крым, потому что русские его никогда не отдадут. Крым российский, и он никогда не был украинским, за исключением периода, когда Хрущев его передал в рамках Советского Союза, в то время как Украина была Советской Республикой». Размышляя о вступлении Украины в ЕС, Пьер сравнивает ее с Афганистаном и опасается, что та станет буферной зоной и вечным чемоданом без ручки для Запада. Он говорит: «Мое опасение состоит в том, что Украина станет такой зоной для европейцев, и что мы не сможем из этой ситуации выйти». Вот что с этими французами не так? Откуда такая черная неблагодарность к тем, кто прямо сейчас в окопах защищает их французскую свободу от дикой орды? Теперь с ведомым пора начинать выбрасывать и французские сыры. И не забудьте подписаться.